мы сейчас встретим не менее талантливую любимицу нашу Риту Агасарян. Конечно, у каждого есть, у нас вообще в России живет многонациональный народ, но есть корни, которые идут сейчас от республик, которые отделились от Советского Союза. Но там живут родственники, там живут близкие, друзья, знакомые. Встречайте, Рита Агасарян, лауреат международных конкурсов с песней «Армения». Всевышнего прошу, ведь